Хороших, добрых чаще предают. Они порой наивны, словно дети. С проблемами своими к ним идут. Чем смогут, вам помогут люди эти. Для них добро творить – порыв души. И жить они иначе не умеют. Хоть их поступки очень хороши, но иногда о них они жалеют. И часто за добро им платят злом, тем самым очень сильно обижают. Но эти люди все равно потом теплом души делиться продолжают. Добра не делай, не получишь зла. Мне доводилось слушать не однажды. Пословица отнюдь не весела. И добрые далеко у нас не каждый. Они любого могут оправдать. Простить его и подарить надежду. И добротой уроки преподать. Завистникам, нахалам и невеждам. Их кто-то дураками назовет, а кто-то будет ими восхищаться. Но знайте, что вам очень повезет, если с людьми такими повстречаться.